домик где-нибудь надыбать. Так, на второй этаж что-то пока категорически неохота. Так. Блин, постоянно звуки отвлекают. Видимо, где-то в прихожей. В гостиной. Или нет? Сюда же ведет? Да вроде не сюда. Блять, кругами хожу. И вот она ведет обратно. Так, ну а что у нас здесь-то? Ой, пересяду поудобней. Так, здесь, похоже, ничего. Сохранимся и пойдем на второй этаж. Как бы мне этого не хотелось. Туда за угол ведут следы. Дверь закрыта. И так, где ты? Туда дальше еще куда-то. Но сначала давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас кровать поставили на дыбы. И что, сюда? Ух ты, блин, как тут еще много места. Что, детская какая-то? Шкаф. Я уже знаю, что в шкафах обычно ничего хорошего не бывает. Но здесь просто пластинка. Нам рюкзачок. И птичка туда же. Кубики. Так, 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 так. В эту дверь ведет. А там у нас что? Не хочу знать. А вот и кувалда пригодилась. Блядь, чердак. Ну вы не можете какое-нибудь нормальное место найти, а? Жуткая какая-то лошадь. Почему всегда в самых темных местах все? Но идти надо сюда. Тут есть аптечка, это не явно неспроста. Только не проваливайся. Чё за глюки? Чё происходит? Ты дурак, что ли? Ты откуда тут взялся вообще? Это тот псих, да, дерганый? Кратис, блядь! Что за херня происходит? Я надеюсь, он не будет набегать постоянно. Что мне прыгать? Так, ну прыгнуть, я думаю, мы всегда успеем. Давайте второе крыло проверим, не было ли там чего.
Так, вот отсюда я поднялся. Тут у нас птичка. И все, собственно. Сейчас мы возьмем аптечку. И можно валить отсюда. Какой, блин, каратист ушлый, а? Размахался тут. Так, ну что, давайте прыгнем. Давайте, давайте. Так, 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 так. Пианино. Праведность это... Так, 3 из 4, да? Где она еще может быть? Даже не знаю. Так, подвинем пианино. И где это мы? Ага, понятно. Понятненько. Возможно, сюда. Сюда ведет след? Да, ведет. Отлично. Так, и он дальше идет вон туда. В эту дверь. Так, прикроем пока. Птичка. Шкаф. В шкафу опять кувалда. Но кувалда мне пока что вроде как не нужна. Так, и что мне это дало все? Тупик, что ли, я не понял. А, вот. Блин, да давай ты. Темный путь. Блин, а я уж думал, темный путь к справедливости за пределами того. Так, и хрен ли мне делать теперь? Ага, детская комната. Мы тут были. Мы тут поднялись наверх, да? Да-да, вот здесь. Темный путь к справедливости. Как это понимать? За тем, что ты видишь. А, погодите. Погодите, а то зеркало в подвале. Это не оно? Потому что я вроде как все исследовал уже. Давайте-ка попробуем мою догадку. Мне кажется, что нам в подвал, где эти мрази набегают по одному постоянно. Так, ну что? Где вы, скоты? Так, подождем вот тут. Или не подождем? Ладно, не подождем. Лучше тут подождем. Блин, жутчайшее место.
something. That phrase, the dark path to righteousness is beyond what you see yourself to be. Maybe it's silly, but think about it. Something in which you see yourself to be. Да-да-да-да, зеркало или что-то отражающее. Я уже догадался. Опа. Типа опа. Секретная комната. Так, а тут кто-то жил, читал книги, слушал heavy metal, Deluxe. Пользовательский справочник, техническая информация, служебное руководство, фотки Томаса. За херня. А, опять про меня что-то. To it than that. Какого хера там творится? Что-то у меня такое смутное подозрение, не сам ли наш герой является этим маньяком. Хотя нет, как он мог сам себя фоткать-то с такого расстояния. Но, блин, мыслишка промелькнула. Может, у него раздвоение личности, как это принято. Так, ну и что там наверху? Какие-то шумы. Пойдемте проверим. Так, кто перевернул стол? Похоже, вломились через окно. Блять. Сохранимся. Кто это говорит? Так, а я ведь так ломика не нашел. Может, он там внизу был? Непонятно. Так, ну я не знаю, а кто тут? Хорошо. Ну и хрен я к вам туда пойду. Так, а где у нас топор был? Я уже не помню. Столько всего произошло. Тихо, тихо, тихо. Офигеть, вы тут откуда взялись? Вот вас только и не хватало, ёлки-палки. У тебя не топор, у тебя лопата.
Где мне взять топор? О! У тебя ломик. Ломик, это хорошо. Так, пока не нападай. Наконец-то я нашел ломик. А сейчас, видимо, я открою. И там будет топор. Так. Подперли, суки. Да вы хорош, слышь, ребят. Ну реально, блин, ну. Давайте по бырику, пока никого нету. Ну и нахер мне твой дробовик. Хотя автомат нет, автомат это хорошо. Так вот мне топор нужен, мне не нужны ваши. Блин, да что творится-то? Ты что, кувалда? Кувалда нам тоже, к сожалению, не нужна. Так, сохранимся. Так, у тебя что было? У тебя палка с болтами. Эки ты бесполезный. Еще кувалда. Тихо. Опять с лопатой. Ой, пожарник, по-моему, бежит, да? Чё у тебя? Блин, осадили меня. Ничего, с патронами, голяк. Где там лопата? Блин, не вижу, где бы мне можно было. О, топор! А, перила надо разрубить. Ну давай двигай. Все отлично. Идем наверх. Зачем, непонятно, но идем. Что мне тут надо-то? Зачем я сюда иду? Опять на чердак, что ли? Пошли в жопу, вот тут останусь и буду ночевать. Если бы все было так просто. Так, ну туда меня не пускают. Один хрен. Но, судя по всему, наверху как раз кто-то бегает.